Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин Меркурий. Здравствуйте, это Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Немного из личного и глубокомысленного. Я так люблю лето, а его все нету. Итак, о погоде в Архангельской области на 23 апреля, среда. Город Котлас плюс 6, ветер сильный, пасмурно, возможен снег. Город Плесецк минус 1 на термометре, пасмурно, возможен снег и сильный ветер. Город Вельск плюс 6, пасмурно, слабый снег, ветер умеренный. И о погоде в самом Архангельске. Утром в среду плюс 2 на термометрах, облачно, снег и сильный ветер. Днем небо совсем затянет тучами, пасмурно, снежно и холодно, минус 1 градус. Вечером ветер успокоится, небо ясное, температура воздуха минус 1. И как бы не было холодно, но хочется петь о любви. This love has breaking in front of me. She said goodbye too many times before. Увидимся на телеканале ПС.